фигурист. Наш фигурист Артем Бородулин. Я вот сейчас так прикидываю, он уже как минимум будет 11-м. Может, поднимется еще выше. Вот Яник Пансеро. 9-е место после короткой программы. 22-летний француз. Вот начинать программу он должен, собирается, во всяком случае, с четверного тулупа. Ну и от того, насколько получится у него вот этот первый же прыжок, конечно, будет очень многое зависеть. Похоже, только тройной. Оборота. Еще французский десант. Конечно, здесь на многое надеется и на многое может рассчитывать. Консероги, Албан Прабера, не говоря уже про Брайан Жубера, всех их называют в числе претендентов на медали. Углом ко льду выполнял этот прыжок, но сумел достойно выйти из этой сложной ситуации. Thank you.
И сам себе поаплодируешь, хотя ему овацию устроили зрители. Ну что, у нас должен сейчас появиться новый лидер. Справился очень неплохо со своей программой Яник Пансеро. Сам очень доволен, но есть чему радоваться, потому что все у него, очень много у него получилось в этой программе. Он был раскован, артистичен. И вот это действительно та программа, которую любят зрители, привлекает внимание к фигуристу. Ну, что тут говорить. Он, конечно, вот то, что мы увидели, это, безусловно, было лучшее исполнение из всех, кого мы видели до него. Очень любопытная программа и по стилистике, и задумано очень интересно все. И исполнено очень хорошо. Какая-то легкость чувствуется во всем, что делает французский фигурист. Такое сложнейшие прыжки, а такое ощущение, что они исполняются очень-очень легко. Ну, осталось нам только дождаться оценок, которые должны быть очень высокими. Конечно, тоже все относительно. Впереди еще выступление фигуристов из заключительной разминки лидеров. Еще раз напоминаю, что Брайан Жубер накануне в короткой программе был просто великолепен. Тут все рады, все в предвкушении. Ну вот, сами судите. 151,85 балла. Это великолепная оценка. Он намного превзошел свой лучший результат в сезоне. И вот сейчас он такую какую-то планку некую уже задает для всех остальных участников. 219,30 балла. Ну, он, конечно, ожидал высоких оценок, но все-таки такое ощущение, что они в итоге превзошли даже его ожидания.